Дорогие друзья, всем привет! Как я соскучился уже по этому делу, по нашему общему. В общем, не выдержал я и 3 или 4 дней карантина. Хуже нет вообще, дома сидеть это вообще невозможно. Поэтому я решил потихонечку прокрасться в Махмутлар и снять для вас несколько квартир. Уже пытался для вас снять несколько перепродаж, но что-то, не знаю, наверное, вторичка это не мое. Потому что что-то какие-то там мне не нравится, там мне не нравится. Что-то там где-то что-то как-то подушатано, это уже там наладом дышит. Очень важно, кстати, друзья, все-таки да, я понял, о чем мне говорили, чтобы управляющая компания у вас была нормальная. Это вообще очень важно. Потому что либо у нас дом 5 лет, и есть другой дом, которому тоже 5 лет, и они совершенно могут по-разному выглядеть. Совершенно. Приехал я сегодня в Айдемир парк. Там у нас с брони слетела одна квартира с классными видами. Хочу вам ее показать. И потом поеду еще тоже по Махмутлару. Здесь запишем сегодня обязательно ролик про деньги, как правильно привести деньги сюда. Почему мы все начинаем записывать? Жизнь не кончается. Я думаю, этот карантин скоро закончится. И все-таки надо будет опять выполнять свои поставленные цели. Кто хотел квартиру, покупайте квартиру. Жизнь не заканчивается. Я думаю, все скоро успокоится. И у нас вообще тут бум начнется. Но по туристический бум 100% начнется. Как только границы откроют. Ну, я думаю, и у нас тоже. По продажам цены не падают. Застройщики пока терпят этот месяц. Вот, ну... Я не могу сидеть дома, поэтому снимаю для вас варианты. Все, кто не подписан еще, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и поехали. Поэтому, кстати, жилому комплексу у меня уже есть видео. Мы заходили в квартиру Эльмиры. Здесь живет у нас Эльмира, моя коллега. Уже обставила квартиру, уже купила мебель, технику туда. Ну, в общем, классное, интересное видео. Чем отличается этот комплекс? Находимся мы совсем рядышком с морем. Здесь где-то 400 метров. 3,2 потолки. Внутри очень стильный дом, новый дом. Ну, в общем, смотрите ссылочку. Вот сейчас появится на вашем экране. Вот здесь, я думаю, будет интересно. И сегодня мы вторую квартиру посмотрим, которая вот слетела с брони. Она тоже интересная, но цена там уже не такая интересная. Что касается самого жилого комплекса. Вот он первый корпус, вот второй корпус. Второй корпус полностью продан. Остались только пентхаусы, там дорогущие, что-то там по 170, по 190 тысяч евро. Но их я не буду снимать, наверное. Обратите внимание, да, скорее всего, вы обратили уже внимание, что дороги нет. Когда закончится второй корпус, здесь дорогу обязательно сделают. Здесь в Алании без этого вообще никак. Здесь, то есть, город не примет у тебя новостройку, если у тебя не будет асфальтной дороги, хорошей до другой примыкающей асфальтной дороги. Это 100% сделайте, вообще сделают, даже вообще не переживайте. Вот, здесь вообще ничего нет. Здесь у нас осталось две продажи. Одна 81 400, и вторая была по 95, когда мы ее бронировали. Сейчас они сделали ее 100. Ну, я думаю, сейчас, вот в такой, во время карантина, я думаю, можно сделать нормальную скидку. Ну, во всяком случае, мы постараемся. Я думаю, все равно продажи нужны застройщику. Хотя осталось всего две квартиры. Но я думаю, решим. Решим обязательно. Так, набираем код. И заходим. Вот здесь, смотрите, у них справа КПДЖ, то есть охранник, садовник, все на свете. Вот здесь скоро запустится бассейн. У нас тоже переложили запуск бассейна на до конца апреля. Вот здесь красивый инфинити бассейн будет. Вот это здание, здесь внутри будет фитнес полноценный, также сауна, игровые комнаты. Вот здесь тоже есть своя у них тренажерочка. Отдельная небольшая такая детская площадка. Вот здесь паркинг подземный имеется. Вот он, въезд. Ну, все это я уже показывал, поэтому так вкратце вам покажу и пойду возьму ключи. Пойдем поднимемся в квартиру. Ну, вот здесь видите, у них внутренний бассейн, там тренажерочка, здесь сауна. Друзья, поднимаемся на 10 этаж. А дальше уже идут пентхаусы. Вот такая здесь футуристичная красота. Мне лично вообще понравился этот дом. Именно вот тем, что он такой современный.
Ну, именно вот в таких вон тонах серо-коричнево-золотых, что ли. Ну, у застройщика, у них даже офис, кстати, в такой же цветовой гамме. Так, и идем в квартиру. Хочу обратить ваше внимание еще раз на холл в вашем доме. Ну, реально, он мне очень нравится. Чем-то похоже на фильм, как он назывался-то? «Трон», если смотрели. Только там было все в синих тонах, а здесь в оранжевых. Ладно, вернемся к квартире. Здесь, как видите, уже у вас есть соседи. Судя по всему, квартира номер 51. Мы заходим и сразу поворачиваем налево. Слева здесь у нас большая кухня-гостиная с эффектом вау. Шикарный вид на горы. Видите, здесь 3,2, повторюсь, метра потолки. Поэтому создается такой вид премиальной квартиры сразу. Сразу вообще смотрится классно. Ну, представьте, да, здесь, когда у вас техника, уже мебель, все это будет, вы сюда заходите. Такой классный вид на горы. И когда вы выходите, пау, вид шикарный на море. Это у нас улица Ататюрк, следующая Барбарос, и там уже море. Вот этот, можете видеть, Канак дом. Это уже первая береговая. Там ценник совершенно другой. Там за 100 тысяч мы даже один плюс один не купим. Соответственно, в этих домах будет дешевле. Вот в старом фонде сразу там, если кто-то, кому-то не хватает денег, да, например, на 2 плюс 1 в новостройке, то, конечно, можно посмотреть в этих домах, но это будет старый фонд. Все мы прекрасно понимаем, да, почему здесь дороже, как новая машина и подержанная машина. Вот такой вот классный балкончик у вас. Вернемся давайте в кухню-гостиную. На полу, кстати, ламинат, что прям вообще отличное решение. Я уже пожил зимой, и прям я что-то не очень люблю плитку. Также хорошее решение, что они не сделали вот эти уже приевшиеся здесь в Алании белого цвета вот этот кухонный гарнитур. Здесь он, видите, в таких стильных цветах. Немножечко, видите, все запачкано, здесь тоже немножечко грязно. Ну, соответственно, когда вы будете принимать квартиру, все будет здесь идеально, то есть проведут клининг. Такая вот красота. Да, вот эти еще панорамные окна, ну, прям создают, да, вид такой квартиры. Но мы сколько кого сюда не заводили, все такие вау, и хотели... Ну, здесь реально что-то хочется отстаться. Классная квартира. Ребята у нас ее уже почти купили, как раз попали на вот этот перепад с евро. И квартира стала дороже, в рублях стоит там почти на миллион. Вернемся к квартире. Здесь, видите, у вас коридор. Здесь сразу место под шкаф. Следующая спальня. Тоже мне нравится, что вся вот эта розетки все в темных тонах, фурнитура вся. Выход на балкон. Здесь у вас, кстати, тоже есть соседи с этой стороны. А вот даже по-русски я разговариваю. Ладно, не будем смущать людей. Так, и следующая комната. Здесь, кстати, вот как Эдмира сделала, понавешала всяких штучек красивых, картины, зеркала. В общем, декорировала вот этот вот коридор. И здесь еще одна комната. Но здесь скорее надо детскую делать, потому что многие мне говорили, что я не хочу, чтобы с детской был выход на балкон, чтобы не переживать за детей. Ну и вот здесь вот как раз таки вам идеально можно сделать детскую. И санузел. Санузел. Вот такая вот, друзья, квартира. Квартира классная. Кого заинтересовало, звоните. Номер сейчас появится у вас на экране. Цена этой квартиры 100 тысяч евро.
на сегодня. Ну, опять же, хочу повторить, что можно, я думаю, будет поторговаться. Я знаю, просто мы, когда ее бронировали, она была 95, потом, когда она слетела с брони, сразу стало 100. Попробуем поторговаться. Что касается аналогичных вариантов, за 100 тысяч евро 2 плюс 1, здесь мы можем много посмотреть альтернатив этой квартире. Ну, это тоже квартира классная, она 3,2 метра, потолки, вот этот самый главный ее плюс, ну и плюс она в таких темных тонах, не знаю, мне вообще прям она нравится. Я прям, видите, отдельно приехал ее снять. Кому не понравилась эта квартира, могу предложить массу альтернатив. Можно и в Екте посмотреть, и там, и сям. Много таких застройщиков есть за такую цену 2 плюс 1 квартиры. Поэтому обращайтесь, звоните. Буду рад вам помочь в вашем выборе. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Ставьте лайк этому видео. Я поехал дальше. У меня сегодня еще 2 видео. Всем желаю здоровья, хорошего иммунитета. И дай бог побыстрее вся эта фигня с этим коронавирусом, как он мне надоел уже, побыстрее бы все закончилось. Я уже не могу просто дома сидеть, потому что куда, блин, не заглянешь, хоть телефон не бери в руки, коронавирус, насколько можно уже, друзья. Все, друзья, всем пока, все будет хорошо.